Соответственно, скажем, немножко отбегаем, нам пригодится сегодня и вообще на всю осень и зиму 2020 года некая классификация, которую я даю в каждом курсе. Но сейчас просто, извините, старички, займу там 2-3 минуты времени. Итак, соответственно, в 30-х годах, когда стали университеты в крупных городах Америки и Европы выпускать десятки тысяч студентов, то есть когда выпускаются десятки тысяч студентов в год, это уже такая, ну, крупная корпорация и так далее, в том числе, ну, крупные университеты. И вот, соответственно, скажем, ряд людей, я не могу назвать точно фамилию, потому что это была идея, которая носилась в воздухе, ее одновременно уже в 30-х годах озвучили и в Америке, и в Англии, и в Германии, и так далее. В России не озвучили, кстати. Да? И после этой же идеи уже другие люди в этих же странах, в Англии, в Германии, в США, озвучили в 50-е годы. Так вот, соответственно, все знания, условно-методически, понятно, что таких перегородок здесь нет, но условно-методически были разделены на декларативные. Читаем снизу вверх. Декларативные – это какие-то вопли в стиле «поможем кочегарам», вот, а давайте примем закон, чтобы никто в России не воровал, как бы. И вообще все хорошие против всех плохих, как бы, ну и так далее. Вот это такой типовой бред, как бы не инструментальный, как правило, он замешан на некоторых хотелках, мифах и низкой квалификации. У большинства политиков низкая квалификация, то есть это одни из таких вот их, ну, как бы способов работы. То есть. Вот все это исходит из обыкновенной бытовщины, то есть в пределах семьи это, может быть, придет к каким-то результатам, в пределах не семьи, то есть, как бы, ну, никаких результатов не будет. Ну, в России это очень принято, выбросить какой-то, как бы, лозунг и, как бы, попытаться, чтобы кто-то помог кочегарам. Не сам, а кто-то помог кочегарам, да? Вот, то есть такие ничтожные знания. Второе – знания описательные, которыми болеют. У нас есть гуманитарии в чате, так вот я акцентирую это слово. Возможно, оно вам не нравится, но преодолевайте себя, я говорю правду. Как бы, соответственно, это знание для гуманитариев, декларативные знания – это которые можно годами болтать студентам, которые не начитаны, ничего не знают и так далее. То есть это, грубо говоря, знание, вот как бывает. Бывает вот так и так далее. Вот. Соответственно, любого гуманитария я валю на конференции, если хочу. Если не хочу, не валю. Если хочу, валю. Вопросом. То, что вы рассказываете, это оптимальная модель? То есть вы изучили 20 вариантов решения задачи и рассказываете нам лучшую. Или то, что вы почитали в последней книжке? Ну, гуманитарий, понимая, с кем имеет дело, со мной никогда не спорит по таким вопросам, никогда, боятся спорить, потому что, да, и признается, что, ну, мы так делаем, я вообще почитал так в книжке, как бы, а то, что еще 20 способов, ну, просто в обзор не попало. Но это не обзор, это халтурный доклад с таким докладом, нельзя вас выпускать на приличные конференции. И, соответственно, знания, которых явно меньше 1%, и, соответственно, на это работают в определенном смысле компьютерщики, там больше всех, наверное, они работают, это когда некие знания отвечают на вопрос, как не делать, то есть, грубо говоря, это предотвращение рисков. Вот, соответственно, и как делать, да. Вот, соответственно, я постоянно рекомендую посматривать на National Geographic, расследование авиакатастроф, там есть очень интересные примеры. Так вот, я затяну время, потому что мы сегодня можем вылезти за полтора часа, но очень хороший был пример на этой неделе и так далее. Итак, значит, как бы небольшой самолетик стоял на аэродроме, страна не важна, марка самолета не важна и так далее. Соответственно, потом он залетел, а вот как бы оказалось, что нельзя управлять, и, значит, 19 человек погибли, точка. Стали расследовать, почему же этот самолетик, ну, самолетик, хотя 19 человек погибло, да, и так далее. Выяснилось, что он стоял на аэродроме. Мимо него, значит, как бы проезжал, я даже не знаю, походил, проезжал, значит, как бы Боинг, и у Боинга колоссальный выхлоп. И, соответственно, этот выхлоп действует так очень хорошо в размере 70 метров. И, соответственно, на вертикальную роль, ну вот посмотрите, оперение, там такая движущая часть, на оперение самолета, любого почти самолета есть, соответственно, скажем, он напряг. И, соответственно, к этому рулю в маленьком самолете везли не какие-то усилители, а обыкновенные тросики. Такие же тросики есть иногда на тормозах, на ручных, на велосипеде, например. Да? То есть, как бы, да? И, соответственно, нити этого тросика почти все надорвались, одна осталась ниточка. И когда взлетел самолетик,
вот левый самолетик, то вот эта ниточка там по каких-то эволюциях, как говорят авиаторы, значит, порвалась, ну, 19 трупов. Вывод, как не делать? Вот вывод, как не делать? Ну, соответственно, нужно ставить маленькие самолетики от Боинга, там, метров 200. На 200 метров, что я бьет, ну, какие-то больших усилий, она как бы на плоскость не оказывает, да? Соответственно, это инструментальные знания. Иногда инструментальные знания, как говорят сержанты в армии, оплачены кровью. Уставы написаны кровью. Справедливая сержантская офицерская фраза. Далее, второй момент, инструментальных знаний, как делать. То есть, по решению задачи такой-то, делать раз, делать два, делать три, и так-то не делать. Ну и, соответственно, честная фиксация, снова честная, что-то у нас сегодня попадается честная. Честная фиксация незнания. Вот мы не знаем, может быть, через год узнаем. Ну, такая нормальная научная практика. Поэтому, что я сейчас очень хотел сказать, что, соответственно, существуют разные виды знания. Мы пытаемся заниматься теми, которые наверху красными знаниями, да? Соответственно, скажем, очень полезная вещь, ее никто обычно не досматривает до конца, потому что там более 100 материалов, это крупнейшая в Европе коллекция мифов, которые перерастают в глупости от творческой деятельности. Но это ближе к декларативным знаниям, потому что очень много деклараций о творчестве, как правило, глупых. Если вы будете внимательно смотреть эту крупнейшую коллекцию мифов, то вы увидите там глупости от нобелевских лауреатов и других весьма заслуженных людей. То есть вещи весьма коварные, то есть можно быть умным человеком и заниматься ерундой, декларативными знаниями. Мы идем дальше, да. Соответственно, вот есть некая книга-методика. Моя, это наиболее часто издаваемая именно книга-методика, именно это профессиональная, жесткая, без соплей, без эмоций. Где вот как бы она написана в идеологии инструментальных знаний. Кто хочет, пожалуйста, кто не хочет, приобретение этой книги не является обязательным в моем курсе. Идемте дальше, да? Соответственно, нам удалось с помощью коллег, за что им колоссальное спасибо, создать наиболее интеллектуальный русскоязычный канал, где можно обсуждать сложные проблемы. Мы за 2 года, которые целенаправленно искали, в русскоязычном пространстве не могли найти канал. Не просто умненькие, такие умненькие есть, а где можно обсуждать сложные проблемы. Кто хочет быть с нами на канале, первое, что человек делает, читает 7 правил, вот по ссылке 8D, которые отсекают различные развлекательные, эмоциональные и прочие глупые комментарии. Хотите быть на крупнейшем русскоязычном канале, не крупнейшем, извините, наиболее интеллектуальном, вперед. Не хотите, я вас лично удаляю, если вы не выполняете наших правил. Удаляю ежедневно и навсегда. Идемте дальше.